3 пачки таких салфеток влажных. Взяли 2 пачки чая. Нам вот такой чаек с яблочком понравился, с шиповником. Решили, что такой малинка появился новый. Взяли батончики. Было 4 уже по дороге, 2 съели. С садика возвращались. Взяли майонез. Взяли йогурты. 6 штук с персиком. Взяли 2 шоколадочки таких. Взяли сыр 400-граммовый, кефира 1 литр, упаковку творога взяли, здесь 1 килограмм, масло сливочное, очень вкусное, баночку взяли огурчиков таких, бутылочку молока. И бутылочку такого вино, литровое. Вот такая вот у нас закупочка сегодня. Скупились мы в магазине «Бедренка». Вот чек. На 82 злотых 30 грош. И выиграли мы со Славиком книжку. Здесь надо было 4 покупки совершить. Минимум на 49 злотых. И в следующие покупки будем книжку в подарок получим.